Двое выпускников КФУ изъявили желание служить в научной роте. Они были назначены одними из первых на прохождение службы в военно-инновационный технополис «Эра», который является базовым элементом новой эффективной модели взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций. Ребята, наши выпускники, вот два человека, значит, на сегодняшний день у нас отправлены. Это Фахрутдинов Эмиль Артурович, 96-го года рождения, выпускник ВМК, бакалавриат, 4-й курс. И Крицков Константин Алексеевич, 96-го года рождения, выпускник Института физики. Концепция создания технополиса была утверждена еще 18 декабря 2017 года. Открытие запланировано на 1 сентября 2018. Вся деятельность «Эры» будет осуществляться по двум направлениям – наука и образование и передовые технологии и инновации. В технополис будут привлекать молодых ученых, аспирантов, специалистов предприятий, оборонно-промышленного комплекса, курсантов и студентов. Ребята, которые сейчас у нас призваны, два человека, это вот наши ребята, которые вот это институт физики в основном, они будут там новая специализация робототехника, то есть новые разработки вот в этой области, то есть они вот как раз по этой специальности будут заниматься вот этой вот научной деятельностью. Мы желаем успехов нашим выпускникам, а также прорывов и научных открытий на службе. Артем Тупичкин, Динара Хисамова, Универньюз.